Ребята, вы любите играть в игры? Да! Сегодня я предлагаю вам поиграть в русскую народную игру «Бубенцы». Итак, для того, чтобы в нее поиграть, нам нужен жмурка. Жмурка будет у нас Макарушка сидит. А правильно, ты же будешь у нас ловить. Выходи на серединку. Ну, здесь. А с колокольчиком у нас будет Сонюшка. Я хочу. А мы с вами говорить будем дружно, все слова взять за руки. Говорит. Принцы, бубенцы.